На конкурс дети читают стихи. Город Петергоф, детский сад 19, подготовительная группа. Наталья Шарабокова, что такое счастье? Что такое счастье? Таким простым вопросом, пожалуй, задавался не один философ. На самом деле счастье – это просто. Начинается оно с половины роста. Это распашонки, пинетки и слюнячек, новенький описанный мамин сарафанчик. Рваные колготки, сбитые коленки – это разрисованные в коридоре стенки. Счастье – это мягкие, теплые ладошки, за диваном фантики, на диване крошки. Это целый ворох сломанных игрушек. Это постоянный грохот погремушек. Счастье – это пандусы, мокрые штанишки, бабушкины сказки, порванные книжки. Это самодельная первая открытка. Это неподдельная беззубая улыбка. Счастье – это пяточки босиком по полу, градусник в подмышке, слезы и уколы, ссадины и раны, синяки на лбу. Это постоянное что? Да почему? Счастье – это санки, снеговик и горка, маленькая с речка на огромном торте. Это бесконечно, почитай мне сказку. Это бесконечно, с Крюш со Степашкой. Это теплый носик из-под одеяла, заяц на подушке, детская пижама. Брызги по всей ванной, пена на полу, кукольный театр, утренник в саду. Что такое счастье? Это очень просто. Начинается оно с полуметра